Волгоградские полицейские провели проверку выявленной в сети интернет-видеозаписи. На ней тонированный автомобиль «Мерседес» без регистрационных номеров совершает опасные маневры на перекрестке улицы Краснознаменской и проспекта Ленина в центральном районе Волгограда. Нарушитель осуществлял движение в состоянии контролируемого заноса, выезжая на встречную полосу, а также на полосу движения общественного транспорта. Своими действиями водитель иномарки создавал опасность для других участников дорожного движения и пешеходов. Инспекторы ДПС смогли установить личность лихача. Им оказался 24-летний житель Красноармейского района. Выяснилось, что ранее молодой человек уже 32 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль, на котором он дрифтовал, не зарегистрирован в установленном законом порядке. В отношении нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Молодому человеку грозит лишение права управления транспортным средством.